Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, сегодня мы продолжим играть Never Alone. И мы сегодня, наверное, больше будем, скорее всего, играть за вот этого вот песца. Но я не уверен, ну, потому что у него реально роль такая сильная. Так, ага, он за нами идет, да, это? Ты будешь следовать за нами по воде? Давай, 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 давай. Да, она за нами следует, этот дух. Очень хорошо. Так, поднимайся. Так, нам туда вряд ли надо. Оу! Я упал прямо в воду. Я на ту сторону хотел. Ну и они оба упали в воду. Шикарно. Девочка, выплывай давай. Так, хорошо. Втренимать учение. Тут ничего же нету, ничего там нету. Ладно, походу на ту сторону надо. Боюсь, тут сейчас смоет все подряд. Ой-ой-ой, я что-то делаю. Я, походу, затопил тут все. Им не холодно, капец. У него же вся одежда промокла. Сейчас любой ветерок и все. Это будет пипец. Ну, девочки писец вылетели. Да, ну, библейская история. Подбросил высоко. Как будто они падали прямо в небо. Но им посчастливилось выбраться все-таки наружу. И то хорошо. Но уже была ночь, смотри. Но тут повсюду были эти места, которые за собой оставлял этот нехороший человек, сжигающий все на своем пути. Я смотрю, буря подутихла, да, метель? Больше деревянных построек пошло. Значит, здесь где-то должны быть хотя бы люди. Отголоски людей хотя бы. Упс, это нехорошо. Так. Вот, это получше. Проходим, проходим. Такое все ветхое, как будто сейчас вот-вот еще чуть-чуть, и оно все завалится к чертям. Просто нереально. На геймпаде было бы удобно, наверное, играть в эту игру. Так, что у нас здесь? Что не происходит? Ладно, пойдем поверху. А, тут же у нас лестница, да? Мы можем спокойно забраться, да. Так. Снова покатушки мы будем устраивать. Не, ну северное сияние, да, красивое. Зеленоватое, красноватое. А теперь я покатаюсь. Ту-ту-ту. А девочка, ты-то что прыгала туда?
Так, давай. Я понял, что нам надо успеть. Нам забраться, потом успеть запрыгнуть, а этим песцом вон по стеночке. Да. Давай. Ну, только не прыгай. Снова сова. Человек-сова охраняет нас. Воу, это какие-то злые тени. Да злые тени. Не надо, чтобы они нас ловили. Я так предполагаю, да? Пока бежим. Пока они рядом летают. Как будто бы они охотятся за нами. Но они одни и те же действия совершают постоянно. Сверху вижу. Угу. Ой, чуть не попался. Чуть-чуть было не попался. Так, взбирайся, взбирайся. Есть. Оп. Давай. Скорей. Капец, опасно. Что там сверху, я не вижу. Там сова, но нам надо как-то на сову аккуратно. Активировать. Видимо, там где-то дальше что-то есть. Но я же не могу этого здесь оставить, блин. Ладно, давай попробуем. Там ничего нету. Я просто вернулся обратно. Да, заново. Так, подожди, а что тогда надо было сделать? Может, не надо было его с собой брать? Хотя я зря это и пришел сюда, ладно. Блин. Тут что-то есть? Ну там выход. А, блин, я вообще не в ту степь. Зачем я вообще в ту степь пошел? Зачем мне к сове? Глупый Женя. Поднимаемся. Это обманка такая, да? Давай. Воу. Быстрый ты. Сейчас это огонек, наверное, на... Да опять битый небитого везет. Ты издеваешься, что ли, песик? Песик. Песец это, а не песик. Где там этот дух? Не хочу ему попасться. Так, а он умеет вообще-то... Блин.
Угу. Давай, 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 скорее, скорее, скорее. Так, а куда нам ее? Сюда толкать, наверное? Хотя можно было бы... Не, наверное, не сюда. Она не толкает его, да? Слушай, а давай, подойди. Возьми. Давай назад, лучше туда. Будет получше. Да, слезь, слезь. Да ну не так, господи. Ой, поймают меня, поймают меня. Не, не поймали. Ну что ты на него забираешься, просто толкни. Спрыгни. Мне не бомбит, не, не. А, он туда не тащится? Блин. Полдня пытался заточить туда, куда он не тащится. Понятно. Он тогда прыгнул, а я-то... А про меня-то забыли. Они его забрали. Они забрали его. Верни. Верни. Блин, это опасно здесь. Капец опасно. Прыгай. Прыгай скорее. Давай, давай, успели. Фух. Прорвались. До вершины утеса. Твою мать, тут нельзя прыгать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капец, капец. Щепки, доски. Кто это все тут строил? Такое ветхое. Тихо-т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 ихо. Сейчас улетим еще куда-нибудь, блин. В небытие. Тихо-тихо. Сейчас ветер. Ветер. Ой, там что-то летает. Там чёрт летает. О-оу. 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 Мы катимся. У-ху-ху. Покатушки. Я не уверен, что я хочу такие покатушки. А почему он не прыгнул? Я же прыгнул. А он нет. Почему? Так, ветер. Ветер, ветер, ты могуч. О-оу. Воу, в этот раз нам повезло. Так, давай, песик, проходи, чтоб я видел следующую. Чё его песиком все время называют-то? О, о, лети. Лети, 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 лети.
О, хорошо. Воу! Нет! Нет, плохой человек, не надо! Не надо! Давай мне Болу. Давай мне Болу. На тебе Болу. Твою мать. Другого ж варианта не было. Он умер. Она решила похоронить его под снегом. Сказав ему прощальные слова, она и не ожидала, что он явится ей в виде духа. Духа мальчика-рысенка. Писец переродился в новом обличье. Или он на самом деле был таким все время? Он плавает теперь так. Прикольно. Оп, да, прыгнули. Так, сейчас еще раз стрельбанем. Не в ту сторону чуть-чуть. О-оу, воу-воу-воу-воу-воу-воу. Упс. А, она жива? Она жива, но только все сначала начинает, да? Так, сейчас ветер. Да, чё ты... Блин, я забыл, что я... Так, ветер. Нормально. В некоторых местах мы уже нигде никак не проберемся, да? Thank you.
Тут есть какой-нибудь душа какая-нибудь? Или... Эту нельзя притащить, да? Блин, ну я же здесь не допрыгну. Вот никак, как бы хотелось, не допрыгну. Хотя могу, с ветром. Давай, ветер. Хорошо. Опа. Тянем. Питер пропустил, сейчас еще один раз будет. И прыганем. И... Хорошо. А, я тянуть должен, я понял. Угу. Ну давай. Тащи меня. А, я могу только в ту сторону. Ну ладно. Тоже неплохо. Какие, смотрите, места такие, знаете, как будто бы тут горелый лес, но он уже замерз весь полностью. Да ё-моё. Блин. Что мне теперь делать? Ниже я это не опущу. И это ниже не опущу, наверное. Так, хорошо. И можем опустить ниже, поднимем выше, наоборот. Так, сейчас ждем ветра. И ветерок. Хорошо. Снова ветра ждем. Давай. Ветра не будет. Да ё-моё, как я промахнулся-то? Есть. Где там, чё там? Ну, тут можно вниз прыгнуть. Я не понял, а что тут где появилось? Ага, вот смотри. Пускаем вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Я так промахнулся вообще дико.
Такс. Хорошо, но мне надо как-то ее так подвинуть. Вот сюда, наверное, чтобы он аккуратно она спрыгнула. Ну, блин, это неаккуратно она спрыгнула. А, блин, он уже у нас сверху, естественно. Блин. Это я туплю уже, ребят. Поспешил. Моя проблема. Поспешил, все. А, кстати, дерево как-то не очень красиво нам улыбалось. Или мне показалось. Так, а чё вниз-то не спускается? Ничего не пойму. Я не освободил эту душу, блин. Точно. Да ё-моё, фиг попадёшь. Я ж... Да, отпусти ты. Вот так. Да. Так, тащи её сюда. Неудобно. Когда он был писец, он как-то поудобнее был, реально. Что-то... Вау, зачем я прыгнул? Вот-вот он такой, твою мать, фейспалм. О, хоть отсюда. Так, тут прыгануть можно, походу, да? Угу, смотри-ка. Если в потоке правильно попасть, то можно вырулить. Я ударился тупо... Я тупо ударился об край экрана. Чё за фигня? Угу. Смотри-ка. Ко мне иди. Не идет дальше. Ладно, я думаю, допрыгну. И ветер. Ух ты. Как ветер меня-то закинул, а? Тяжелый лес этот горелый был, да, ребят? Реально тяжелый. Ладненько, на этом, наверное, мы сегодня закончим. Огромнейшее всем вам спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Пофейлил я в этой серии немножечко. Было дело, осознаю, но, блин, реально не особо удобно управлять. Огромнейшее всем вам спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Не забывайте советовать этот канал друзьям. И, конечно же, делиться этим видеороликом в соцсетях. Всем удачи, до скорого и не унывайте.